В департаменте пограничной службы Комитета национальной безопасности по Атырауской области приняли присягу более 150 молодых солдат из Актобе, Уральска и Атырау. Теперь они будут выполнять воинские обязанности в подразделениях пограничных частей, контрольно-пропускных пунктах региона. В этой торжественной церемонии приняли участие заместитель акима города Нуржан Ермуханов, начальник департамента Адиль Абесов, члены областного совета ветеранов, представители этнокультурных объединений и родные молодых бойцов. Это момент принятия присяги молодыми солдатами, которые были призваны в армии в этот осенний призыв. Принятие военной присяги останется незабываемым событием в жизни этих молодых людей. Они готовы с честью пройти срочную военную службу, выполнить свой конституционный долг на высоком уровне, оправдать доверие родителей, народа и президента нашей страны. В стране из 5 граждан, подлежащих призыву в армию, только один становится солдатом. Один из них – Бахти Артулеев. Как только юноша получил повестку в армию, он решил, долго не думая, пойти служить и выполнить свой гражданский долг. Для меня это долгожданное событие. Сегодня я надел форму и принял присягу. Наши родители поддерживают нас. У меня есть уверенность, что мы благополучно справимся с этой задачей. Я желаю всем призывникам с честью выполнить свой долг. Солдаты из разных регионов страны проходят первичную учебную подготовку в течение 3 месяцев. Их не только учат военным приемам, но и принимают во внимание различные факторы, такие как здоровье, психология и семейное положение. На данное мероприятие привлечены 140 военнослужащих, из них 130 военнослужащих местные жители, жители Атырауской области, 10 из Уральска и 6 военнослужащих из Актюбинска. Руководством пограничной службы Комитета национальной безопасности принято решение, что каждый военнослужащий будет проходить службу по месту жительства, по месту рождения. Таким образом, у нас уже 3 призыва прошли данное мероприятие. Один призыв уволен, другой призыв уже проходит службу. Сейчас третий призыв приняли присягу. Отметим, что руководство пограничной службы при призыве военнослужащих предоставляет солдатам возможность пройти службу в местных воинских частях. Мероприятие продолжилось демонстрацией приемов рукопашного боя. Алишер Тулеген, Серик Жексембайло, Конш Викбергенова, телеканал Атырау.